тут это самое, сказали, что это 7 жертв, ну, 7 пострадавших все-таки есть, вот по этой бомбе Климова. Снаряд, это... который упал. Да. А? Это наши херачат. А зачем наши? Ну, так надо. То, что, ну, тут поговорили, короче, то, что там все очищено, так что получится, что они херачат, не знаю. Да. Типа, так делают для того, чтобы, ну, типа, что хохлы провоцируют, и вот поэтому нападают. Да. Я поняла. Ну, хотя это уже как-то легче от этого даже, ну, как-то, что, ну, не знаю, как-то легче. Ну, с начальником поговорили, они сказали, типа, это так-то есть. Угу. Такая же херня была и в чеченскую войну. Угу. Квартиры взрывали, типа, в Москве, типа, террористы, на самом деле, это ФСБшки. Угу. Вот. Вот так. Просто никак они не могли до себя отстреливать такого расстояния до Клима. Я тоже думаю, что это, ну, это расстояние огромное. Только не вздумайте никуда валить, Тёма. А у нас пехоты нету, никого нету. Мы одни остались. Из всего полка. На чем вы поедете? Мы в дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше проходить вот это обязанность. Ну, а что, все равно же придется служить потом? Ну, да. А что и будет? Что он за это будет? Ну, отношения будут хреновые. Буду считать русскими, а нахрен это надо. Что, что сотрут, лычки? Нет, просто будут, ну, хреново, типа, скажут. Ну, нахуя вы так сделали? А как дезертирство это не будут считать? Нет.